Ну что, Миш, какие ожидания от матча? Ожидания отличные. Верим в победу. Самое главное, что с нами будет гандбольный клуб Ростов-Дон. Вигин, какой счет будет? Я думаю, плюс 4-5 мячей. 27-23. Вот примерно так. So, Lotto, it's a first event like that. So, your impressions? The people are very nice. And it's so nice that the fans are so supportive. And it's, I think it's really cool to do something together. На самом деле очень напряженно. Мы сидим, мы кричим, мы болеем, мы переживаем за наших девчонок. И с каждым забитым и пропущенным мячом все внутри сжимается. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Я ожидал победы, я знал, что наши победят. Красавица, Россия лучшая. Начали переживать в начале второго тайма, но девчонки, я не сомневалась, в принципе, что до конца будут бороться. И молодцы, что показали характер и отыграли. Российский флаг реет, свои меняя изгибы. Мы победили Корею. Спасибо.